год, второй год работаем, сильно повернули ножки, сменил он две обуви, мы с ним сильно занимались, ноги у него стояли так, он очень много ходит. Вот, получается, что, ну, еще не выровняли, но уже сильно ноги поменялись. Потому что они были вот так вот сильно у него скручены, развернута берцовая, одна, вторая, ноги проваливались, вот так вот проваливались. И получается, сейчас у него ноги уже не вот так стоят, стоят ровнее ходить, но он очень много ходит. На нем обувь горит, я прям у него, я экспериментально ему давал нашу рабочую обувь, три пары я ему давал. Она у него горела там за месяц, но при этом ноги менялись, понимаете. Ну, это опять же, это просто так ходит человек, много очень. Он реально очень много ходит, вот, и потому так горело. А так, так все нормально. Ну, ты у него надо спрашивать, я там могу. А давайте спросим, а почему обувь так горит? Ну, я... Спорт? Да, и я еще это, ее раньше о ней не заботился, вот, после того, как мне Анатолий сказал, что надо заботиться, там, дал рекомендации, я уже начал, как бы, ухаживать за обувью, и она стала, как бы... А до того, как попал к Анатолию, что там было? Ну, проблемы как было? Как походка, боль, что было? А, да я просто ходил как-то, ну, вот так вот, как-то, как маленький, короче, и мне вот один врач общей практики посоветовал Анатолию, сказал, что... Ну, она сказала, что у нее похожая проблема, и она обращалась к Анатолию, он ей поставил там сейф и обувь, и дала вот его контакт. Класс. Я пришел, и все четко. Сейчас уже все. Это спустя сколько времени прошло? Год? Ну, чуть два? Больше, где-то уже полтора года. Полтора года. Класс. Спасибо. А все нормально. Там главное, что человек работает. Спина ровная стала, перестал сутулиться, прям на пятках стоит, ровный. А то как борец в стойке. Не так борец, но еще в стойке, но это вообще. Все хорошо, ребята. Все, кто занимается собой, у всех будет результат. У всех. Заполните анкету. Да, заполните анкету.